Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 335. Нам нужно определить, каким будет треугольник, если в пункте А известно, что сумма любых двух углов больше 90 градусов, то есть угол А плюс угол Б в треугольнике АБС больше 90 градусов, угол Б плюс угол С больше 90 градусов и угол А плюс угол С также больше 90 градусов. Для определения углов треугольника мы будем пользоваться теоремой о сумме углов треугольника. По этой теореме сумма углов должна быть равна 180 градусов. Тогда, ну давайте запишем, что сумма углов угла А плюс угол Б плюс угол С должна быть равна 180 градусов. Тогда, если угол А плюс Б больше 90 градусов, чтобы сумма была равна 180 градусам, тогда угол С должен быть меньше 90 градусов. И точно так же, если сумма углов B плюс С больше 90, то угол А тоже должен быть меньше 90 градусов. Ну и, соответственно, угол B тоже меньше 90 градусов. Таким образом, все углы треугольника ABC острые, значит, треугольник остроугольный. Пункт Б. В пункте Б сказано, что каждый угол меньше суммы двух других. Угол А меньше суммы углов Б плюс угол С. Угол Б меньше суммы углов А плюс угол С. И угол С меньше суммы углов А плюс угол Б. Ну, давайте рассмотрим неравенство первое. Угол А меньше суммы углов B плюс C. Тогда, если предположить, угол А будет больше 90 градусов, то есть будет угол тупой, то тогда сумма углов B плюс C в соответствии с этим неравенством тем более будет больше 90 градусов. Но в этом случае не будет выполняться теорема. То есть сумма этих углов в этом случае не будет равна 180 градусов. Значит, угол А плюс угол Б плюс угол С не будет равно 180 градусам. Значит, угол А может быть только острый. И точно так же угол Б может быть только острый. И угол С может быть только острый, поскольку если он тупой, то сумма углов А плюс Б тем более будет больше 90 градусов. Таким образом, и в пункте Б треугольник ABC остроугольный. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.